Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1554. Нам нужно решить задачу: фермер привез на мельницу 3 мешка пшеницы. То есть у нас есть один мешок, второй мешок и третий мешок. В первый мешок вошло 5/18 всей пшеницы. Во второй 1/3 всей пшеницы. А в третьей неизвестно сколько килограмм, но сказано, что на 10 килограмм больше, чем во второй. Сколько килограммов пшеницы привез фермер на мельницу? То есть нужно узнать, сколько всего во всех трех мешках было пшеницы и сколько килограммов муки получилось из этого зерна, если 9% ушло в отходы. Давайте тут же напишем, где и про пшеницу, сколько килограмм муки, если 9% это отходы. И первым действием давайте узнаем, какую часть пшеницы привезли в третьем мешке. Вся пшеница – это единичка. В первом мешке привезли 5/18, вычитаем, а во втором – 1/3. Если мы из всего количества, то есть из единицы, вычтем часть, которую привезли в первом, часть, которую привезли во втором, мы и узнаем, какую часть привезли в третьем мешке. Приведем к общему знаменателю. 18, 1/3 нужно будет на 6 домножить. А единицу представляем как дробь 18/18. Минус 5/18 и минус 6/18 домножили на 6, дробь 1/3. 18 минус 15 будет 13, и 18, то есть минус 5 это 13, и 13 минус 6 это 7. То есть 7/18 пшеницы привезли в третьем мешке. Второе действие. Узнаем, насколько в частях привезли в третьем мешке больше. Нам известно, насколько в килограммах больше. Давайте узнаем, насколько в частях. Для этого из 7/18, из той части, которая в третьем мешке привезли, вычтем 1/3. Опять к знаменателю 18 приведем, то есть 7/18 минус 6/18, получаем 1/18 пшеницы. То есть на 1/18 привезли в третьем мешке больше, чем во втором. И эта разность 1/18 составляет 10 килограмм. 1/18 мы ищем от всего количества пшеницы, которую привезли, то есть 1/18 от всей пшеницы, это 10 килограмм. Нам дана дробь и ее значение. И чтобы найти все число, нужно значение дроби разделить на саму дробь. Чтобы разделить, нужно деление заменить умножением и 1/18 заменить на обратную дробь. На 18 первых, то есть просто на 18. 10 на 18, 180. 180 килограмм всего пшеницы привезли. На первый вопрос задачи мы ответили. И четвертым действием ответим на второй вопрос задачи. 9%. Это 0,9 в дроби. 9% от всего количества пшеницы – это отходы. То есть, чтобы найти, сколько у нас отходы составляет, нужно всю пшеницу 180 умножить на 0,9. И чтобы узнать, сколько у нас получилось муки, нужно из всего количества пшеницы вычесть вот эти отходы. То есть 0,9 умноженное на 180. 0,9 умноженное на 180
Это 16,2. То есть из 180 мы вычитаем 16,2 и получаем 163,8 килограмм получится у нас муки. Ответ мне негде писать, ну а вы запишите. Два числа должно быть в ответе 180 килограмм и 163,8 килограмм. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.